Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу сделать расклад, который предложила Мария Королева. Королева. Куда меня занесет в следующем воплощении, если буду продолжать двигаться так, как сейчас? У нас будет с вами три позиции. Камешки вы видите перед собой, тайм-коды в описании. Вся информация обо мне тоже есть в описании любого моего ролика. Работать будем на эпическом Таро и на колоде «Танец шамана» Логинова. Потому что я до этого взяла, знаете, пробную такой вариант, колоду «Небо и земля», и как-то мне не зашла эта колода. Иногда бывает такое, что ну, берешь и вот как-то ну, не идет. Так, давайте пока вы выбираете, определяете, первая, вторая, третья, голубенькие, красненькие, зелененькие. Я просто перетасую колоду, немножечко сонастроюсь. Вот. И мы с вами сначала посмотрим, какой путь вы сейчас проходите и какой будете проходить в следующем воплощении, если ничего не менять. Вот так вот посмотрим. Так, отодвигаем эти и приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. Какой путь вы проходите сейчас? Восьмерка это или пятерка? Восьмерка мечей. Путь постоянных преград, путь постоянных ограничений, да, когда, в принципе, вас ничего не держит, но вот ограничения в вашей голове. Какие-то трудности, сложности. Не хотите вы как-то, знаете, может быть, двигаться вперед, что ли? Здесь карта такая, знаете, вот сидит девушка в углу и смотрит в окно. В принципе, ее ничего не сдерживает, да, нож рядом лежит, клетка тоже открыта, то есть символизирует, что все открыто, да, ты можешь идти куда хочешь, делать что хочешь. Ну вот как будто бы нету такого, знаете, вот желания, что ли, сейчас. Куда-то двигаться, что-то делать, да, как-то в дальнейшем как-то вот трудно. Вот вы как будто вы сидите, смотрите в будущее, и ну, нету желания, потому что а нужно оно вам, не нужно, что-то вам кажется. Вот вы как будто бы немножко подустали. Здесь такое ощущение, да, что вы подустали, вы как будто бы закрываетесь от всего. Ничего вам не хочется, да, где-то вот это, вы знаете, сопротивление каким-то внешним факторам, они выбивают у вас землю из-под ног, и где-то вы, знаете, вот подзалипли. Хочется сказать, что подзалипли, и с одной стороны, с другой стороны, как будто бы нету вот ощущения того, что я хочу, зачем мне это надо. Да, если как будто бы здесь аркан Луны в этой колоде, да, как будто бы на человека навели какой-то вот морок, и он не может, знаете, как этот, как сонный паралич. Ну вот я не могу действовать. Вот что-то здесь такое, как какие-то вот игры вашего разума. Давайте я на этой колоде посмотрю, потому что Логинов всегда дает какую-то предысторию, да, прежде чем куда-то двинется. Хорошо, чем... Что в этом воплощении, да, какие вот вы уроки проходите, да, с чем вы работаете? Четверка жезлов. Вот знаете, здесь вы как будто бы зависаете в то, что вам хорошо, в то, что вам комфортно, то, что когда-то вам приносило удовольствие, да, но здесь идет вот этот вот момент залипания. Причем, если раньше, возможно, вы залипали в чем-то негативном, то сейчас вот вы даже, если позитивное приходит, вот вы залипаете, не хотите ничего менять. Хотя есть такой потенциал, да, что-то начать заново, но вот выходят у меня четверки, да, которые говорят о какой-то стабильности. Трудные вы как-то тяжелые стали на подъем, да, трудно вас с места сдвинуть. Здесь как 4 валуна таких, 4 камня, да, и мужчины прикладывают усилия, чтобы их столкнуть с места, но их сдерживают корни деревьев, и они как-то вот, ну, не двигаются. То есть то, знаете, когда человек долгое время не ходит в спортзал, да, то мышцы у него как будто бы атрофируются, да, то есть нужно заново, пока ты весь этот механизм запустишь, много энергии на это уходит. Вот у вас сейчас какой-то вот такой период.
Но здесь как будто бы, знаете, не хватает практики, не хватает движения, не хватает вот каких-то материальных действий. Потому что Верховная Жрица в колоде Эпического Таро нам говорит о том, что знания-то у тебя есть, и тебе нужно просто довериться тем знаниям, которые у тебя есть, и шагнуть в новое, да, то есть начать практику, начать практиковать. Вот вам долгое время как будто бы не было каких-то действий, да. Чем вы занимались, я хочу спросить. А пятерку кубков, знаете, когда заполняли какую-то вот свою внутреннюю пустоту, утрату, здесь вот плачете, скорбите над тем, что что-то прошло, что-то утратили. И вот вместо того, чтобы как-то вот насладиться этим моментом, да, вы стараетесь эту внутреннюю дыру свою как-то закрыть. Очень долгое время кому-то что-то отдавали, да, как-то наполняли, возможно, других людей. Здесь вот эмоциональный план проходит фоново. Сейчас, возможно, вы находитесь в стадии, когда вот вы учитесь, да, вот благодарить. Благодарить за жизнь, за ее уроки, за то, что было. Как-то вот постепенно, постепенно вот начинаете раскачиваться в сторону удовольствия, в сторону наслаждения, какой-то вот радости, взаимодействия, как будто бы идет пробуждение. Но все равно, знаете, вот присутствует тройка мечей в эпическом Таро здесь, когда человек стремится познать какую-то правду, а потом, когда он ее узнает, ему становится настолько больно, что он не знает, куда скрыться от нее, что с ней теперь сделать, да. Вот здесь как-то так. То есть вы как будто бы стремитесь что-то узнать. Вот мне фонит здесь какими-то отношениями, да. А потом, когда узнали, как будто бы сами себя ранили. И вот здесь вот какая-то душевная боль проходит. И если мы говорим в контексте этого воплощения, то здесь, скорее всего, уроки связаны с личными отношениями, да, с болью, вот с какими-то огорчениями, утратами, потерями, вот все, что связано с любовным аспектом. Хорошо, а что будет в следующем воплощении, да? В этом, я так поняла, вас обучают любви. Вот, в следующем воплощении, что будет, если вот вы ничего не будете менять, как идете, так идете, что будет в следующем воплощении? Справедливость, получите по справедливости, будет выравнивание. Вот все, что вы... Угу. Вот сказала, да, как-то вот про предательство. Вот смотрите, вот здесь вот прям тройка кубков, она в колоде, в этой колоде прям полностью говорит о адюльтере, да, о треугольниках, о изменах. Вот прям будет выравнивание, где кому навредили, да, получите по заслугам, где вам навредили. Знаете, здесь такое вот ощущение, что здесь может быть третий фактор не только люди, здесь может быть что угодно третьим фактором в вашем развитии. Вот у меня такое ощущение, что пока еще не поздно, попробуйте выровнять, да, вот отдать долги тем людям, с которыми вы взаимодействовали, кого обидели, знаете, вот как будто бы попросить прощения. Если кто-то вас обидел, да, простить этого человека. Вот здесь вот как будто бы надо, если есть какие-то незавершенные отношения, да, нужно их вот прям завершить, развязать эти узлы. Потому что если вот по справедливости, это будет вот достаточно так болезненно. Вот, в следующем воплощении вас будет учить быть таким, знаете, активным человеком, достаточно коммуникабельным, независимым. Угу, очень сильным физически и духовно. Вот у меня такое ощущение, что, знаете, вот в этом воплощении, кто вас обидел, в следующем вот, если вы в этом не пластите, то в следующем будете вот каким-то, знаете, карателем таким, да, который прям вот у вас и сила будет, и прям и меч, и все, и вы можете отрезать и головы, и наказывать. Так вот, чтобы этого не было в следующем воплощении, потому что, ну, опять можете пойти в какой-то перекос, да, ну, то есть этот сценарий должен когда-то завершить, вас обидели, вы обижаете, вас обидели, вот когда-то он должен завершиться, поэтому хочется сказать, что вот, ну, желательно, чтобы в этом воплощении было вот эта вот развязка ситуации между вами и другими людьми.
Вы достаточно мудрый человек, но вот именно в своих межличностных отношениях как-то вот вы немножечко не понимаете, что ли, как-то у вас вот не получается, да, хотя есть вот здесь вот потенциал на исполнение желаний, на дальнейшего на дальнейшее вообще какое-то движение, развитие. Знаете, вот в следующем воплощении, если вот вы ничего не сделаете и будете двигаться так, как вы двигаетесь сейчас, то вот в следующем воплощении как будто бы будут такие, опять-таки, продолжаться моменты ожиданий, да, какие-то кризисные моменты, опять вас будут чему-то там лишать. А для чего? Для того, чтобы вы пришли, вот знаете, к звезде, к какому-то некому такому делу, чтобы в конце концов научились слушать свою душу. Что вы научились слушать себя, не кого-то там другого. И опять выпадает на повторе аркан силы. Чтобы вы поняли, что все, что с вами происходит, вот эти вот игры внешние, да, они нужны только для оттачивания вас и ваших качеств. Поэтому чем быстрее вы станете осознанным человеком и будете воспринимать любые ситуации и уроки с точки зрения... Знаете, то есть, чему я должен здесь научиться, да, вот, чему меня учат, да, что мне нужно в себе исправить, что мне нужно в себе осознать, что мне нужно в себе увидеть. Вот если вы с таким подходом будете двигаться по жизни, а не рассматривая других людей, вот именно себя, в концепции себя, что все крутится вокруг себя, то как будто бы вот вы быстрее излечите какие-то свои раны. У меня здесь ощущение, что настолько ваша душа такая вот израненная, что вот нету сил, да, что-то вообще менять, желание делать. Вот здесь как будто бы, вы знаете, вот махнули на все и ладно. Ну, типа, оставшуюся жизнь я уже ничего не буду делать, просто буду доживать, как говорится, свой век. Вот какая-то вот здесь вот усталость присутствует. И, в принципе, если вы ничего не будете делать, да, то в следующем воплощении просто продолжите путь. Да, тот, который оставили сейчас где-то на полпути, вот, и вторая половина жизни, она уже как-то вот научит вас, такое ощущение, что вас как будто бы по времени не ограничивает, вот не хочешь делать, не делай, да, что успеешь в это воплощение, что не успеешь потом в следующем, да, вот что-то вот здесь вот такое, но урок, он вот такой продолжительный, да, это не то, что в следующем воплощении будете что-то другое, нет, вот что есть в этом, то и будет и в том продолжении, вот, знаете, как-то начала записывать расклад по другой колоде, и вот увидела примерно нечто такое аналогичное. Мне не понравилось. Я подумала, что я что-то вижу, не вижу так, как нужно. Думаю, давай я поменяю колоду. Вот поменяла колоду, начала расписывать расклад сначала. И вот тот же самый смысл приходит по единичкам. Так, ладно, вторая позиция, красный камешек. Что сейчас в этом воплощении вы проходите, двоечки? Император, маг и семерка мечей. Угу. Знаете, вот всевозможного рода манипуляции, хитрости, самообман и отшельник на колоде. А, то есть здесь вот... А с чем хочется спросить связано? То есть вы должны прийти именно к императору, к внутреннему состоянию такой, знаете, внутренней зрелости и ответственности за свою жизнь, когда человек сам организует свою жизнь, управляет ей, четко знает, что он хочет, как он может получить. Ну вот как раз-таки маг и семерка мечей, они достаточно созвучны, да, то есть с одной стороны я маг, человек, который могу реализовывать свою реальность, но почему-то я создаю какие-то иллюзии, вот, и хитрю, и занимаюсь самообманом. Сам себя, знаете, сами себя продаете в любви, вот в чувственном аспекте сами себя продаете. Вот был какой-то, вот знаете, момент, колода Логинова, она всегда рассказывает предысторию, прежде чем докопается до какой-то истины, такая своенравная колода. Она говорит о том, что вот было какое-то вот предательство, да, то ли вы себя обманули, то ли вас обманул кто-то, да, ну, неважно. Предательство, оно остается предательством в контексте любви. И вот вы закрылись и стали достаточно таким холодным человеком, ушли от, ну, может быть, здесь развод был, да, но здесь какая-то вот семейственность была, да, то есть если даже не было брака, ушли от каких-то, возможно, стабильных отношений, да, и пошли
в нечто такое новое, да? Приняли решение и пошли в нечто такое новое. Хорошо, и что с этим новым? Страшно, но это связано вот как-то построением, ну, выстраиванием своей жизни заново, да, с нового какого-то фундамента. Вот. Ну, хорошо. И что в этом воплощении, что, что вы изучаете, что у вас происходит? Семерка кубков, тройка педаклей и девятка педаклей. Ну, вы идете именно к построению себя, к выстраиванию себя. Знаете, к такой вот независимой, по крайней мере, вы мечтаете, фантазируете об этом, да, как планируете прийти вот к девятке педакли, да, к человеку такому, знаете, независимому, самодостаточному. Возможно, уже устали от всех этих уроков, да, хотите вот как-то пожить для себя в свое удовольствие, да, выпадает отшельник, закрываете сейчас, закрываетесь от всех, где-то, может быть, проскальзывают у вас какие-то воспоминания о прошлом, да, вот не хочу ничего делать, просто буду думать, вспоминать, как было когда-то хорошо в моей жизни, но, по крайней мере, сейчас не готова впускать в себя никого, да, вот как-то погружаетесь в себя, в определение, как вам дальше идти, что вам дальше делать, как вам дальше развиваться, да, это вот в контексте... Сейчас, скорее всего, у вас этап такой. Ну, либо вы пришли сейчас к этому этапу. А в конечном итоге придете к отшельнику, к императору. Человеку, который берет ответственность за себя, да, за свою жизнь. И делает то, что он хочет, и как он хочет. Да, какой-то вот такой стабильности. Пускай где-то, может быть, скучноватой, да, но вот именно конструктивно все структурировано. И вот это вот выстраивание правильной границы, это придает какое-то, знаете, вот внутреннее успокоение, да, что вот границы в надежных руках, да, охраняются, и они вот в надежных руках. Вот что-то вот здесь вот такое. Хорошо. К чему это придет в следующем воплощении? Туз мечей, и здесь опять король мечей, да, по-моему, на повторе, нет? Казалось, где-то был король мечей. Вот он, да. Так, туз мечей, король мечей. Переменам, королева жезлов и дьявол. Ну, опять дьявол, да? Так, хорошо. Дьявол о чем нам говорит? Ну, смотрите, если вы ничего не будете менять в этом воплощении, да, то в следующем воплощении вы так или иначе придете именно к построению семьи. Вот для вас она будет актуальна. Либо, знаете, вот мне хочется сказать, либо вы в этой жизни придете к тому, что вы выстроите ту семью, такую, какую вы хотите. Дело в том, что у меня вот, я не знаю, может быть, это для кого-то точно, но то, что я сейчас скажу, если вам не подходит, это не ваш вариант. Здесь история говорит о том, что у вас была семья, и она разрушилась, да, либо вы шли к семье и не дошли. Так вот, в следующем воплощении вас так или иначе направят на то, чтобы вы создали семью. Да, здесь вот какие-то искушения будут по поводу семьи, построения семьи именно, ну, вот это вот будет вашей целью. Да. Такие, знаете, хорошие, правильные семейные отношения, вот прям узаконенные, да, не то, что где-то вот любовные там, либо еще что-то, нет, вот если в этом воплощении вы не придете к той семье, которую вы хотите, то в следующем воплощении это будет ваш урок, да, выстраивать семейные отношения, да, перерождение, перерождение. Влюбленные, умеренность и в конечном итоге четверка мечей. А умеренность о чем? Вот вы как будто бы, знаете, не получается у вас выстраивать отношения в этом воплощении. Я уже сейчас не буду копать глубоко, да, разбираться в чем. То есть, ну, не ставлю себе задачи анализа, но вот именно семейные узы, они для вас в этом воплощении очень важны. Поэтому, если сможете построить в этом воплощении, окей. В следующем продолжите.
с того момента, где оставили. Если не получится, то в следующем воплощении вот будете работать над построением семьи. Хорошо. Позиция номер 3, зелененький камешек. Давайте посмотрим, что у вас сейчас в этом воплощении. Над чем вы работаете в этом воплощении. Повешенный мир. Восьмерка жезлов. Повешенный, о чем у нас здесь говорит? Королева мечей. Какой колодный возьму, как я люблю вас, троечки, дьявол, у меня везде выходит, товарищ любимый дьявол. Умение, знаете, не быть жертвой, жертвой обстоятельств, хочется сказать. Вот в этом воплощении вы должны завершить вот этот вот сценарий, свой самопожертвование, зависание, когда ничего не происходит, какая-то вот остановка. Да, здесь вам нужно научиться двигаться дальше, уметь вовремя ставить точку. Вот здесь конфликты у вас, да, могут быть внутреннего характера, не обязательно внешние какие-то ссоры, связанные как раз-таки с бедностью, да. Вот посмотрите, здесь пятерка пентаклей напрямую говорит о человеке нуждающемся. То есть я могу сказать, что здесь не столько даже финансово, хотя для кого-то тоже может проиграться, сколько это вот внутреннее ваше состояние, что я нуждаюсь. Я нуждаюсь в помощи, я нуждаюсь в поддержке, я нуждаюсь в том, что меня как-то бы замотивировали как-то на дальнейшее движение, потому что вот вы не двигаетесь. Вот, либо сейчас этап такой у вас, да, то есть это не вся ваша, не все ваше воплощение, а этап, который вот вас искушает на то, чтобы вы научились двигаться дальше, научились ставить вовремя точку, да, перестали ощущать себя вот жертвой как-то обстоятельств, не перекладывали ответственность на других людей за выбор какой-то, за решение, а вот вы и только вы, то есть, ну, как бы так сказать, это ваша жизнь, и вы бы выбирали себя и то, что вы хотите. А вы выбираете как-то, знаете, скорее всего, не умеете выбирать себя, и вы ходите по одному и тому же кругу. Вот здесь вот уже смерть давным-давно должна была прийти. Вот дьявол и смерть, вот сколько я смотрю, третий расклад, да, третью позицию, троечек, вот все время вот эти два аркана, такое ощущение, что вот не проходите вы трансформацию. Почему не проходите вы эту долбанную трансформацию? Выпадает Паш Чаш. Вот посмотрите, вот он как на карусели. Вот вас вот так вот катает по кругу одно и то же, а здесь аркан мира. Не идете вы, не видите как-то вот возможности, да, не идете на расширение, на единение. Вот и вот смотрите, вот рыцарь жезлов, представляете, как он скоростной такой, нет вот этого вот риска, да, он должен рискнуть, быстро проехать, чтобы его поезд не сбил. И вот здесь вот это вот движение, да, посмотрите, как восьмерка жезлов, какая она скоростная, то есть мчится здесь человек, а вы нет, вот в повешенное все сидите, никак не проходите вот это вот дальнейшее движение. Почему нет у вас дальнейшего движения? А почему у вас нету дальнейшего? А у вас сердце разбито. Видите, как говорящая какая карта, да, тройка мечей. Сердце у вас разбито. И здесь я не имею в виду любовные какие-то отношения. Вообще вот ваше состояние как человека вот, ну, разбитое. Почему? Что вам разбило это сердце? А сердце вам разбило вот семерка педакли. Посмотрите, человек сидит и ждет. Чего ждет? Не знаю. Вы устали как-то ждать. Чего ждете? Больше не хочет нам говорить карта колода Логинова. Я же говорю, такая своенравная колода, что хочет, то и говорит. Хорошо, не двигайтесь вы дальше, да, не идете, вот вы в развитии застряли на каком-то этапе и не идете вы дальше. Хорошо, если вы дальше не пойдете, не будете развиваться, ну вот ничего не поменяется. Я не знаю, почему вот тут нету какого-то движения, даже не знаю, в какой сфере, чего это касается. Здесь вот как будто бы, знаете, общая такая энергетика застоя. Если не будет, и вот это вот внутреннее ваше ощущение, я нуждаюсь. Вот в чем вы нуждаетесь? Давайте посмотрим, в чем вы нуждаетесь. Десятка пентаклей. Вот вы нуждаетесь в опоре, стабильности, в финансах, в поддержке вашей семьи, в понимании вашей семьи. Девятка жезлов.
Знаете, здесь вот девятка жезлов в эпическом Таро, она говорит о том, что человек до такой степени становится одержимым своим желанием, что он превращается в робота, и этот робот уже управляет им, и человек ему служит. Не робот служит человеку, а человек обслуживает робот. То есть вы как будто бы уже стали, знаете, вот обслуживать какие-то ваши идеи. Не они на вас работают, а вы на них. Нету как будто бы понимания, что вы пишете свою книгу так, как вы хотите. У меня ощущение, что вы вот прям энергетически истощены. Знаете, вот последний глоток девятки кубков, да, вы вроде бы и благодарите за то, что есть, да, и с благодарностью у вас все хорошо, но не получается. Вот есть в душе какой-то, знаете, непроработанный какой-то сценарий вот этого «я нуждаюсь», вот «я жертва». В чем вы чувствуете себя жертвой? Вот по императору. Император. Знаете, вы как будто бы не чувствуете вот божественную искру внутри себя. Вы как будто бы не понимаете, что ли, зачем вы живете. То есть что-то делаете, как-то совершаете. Ну, не зажигает. Вот нету вот этой вот искры, чтобы зажигало вас. Что вам поможет, чтобы вас зажгло? Вам поработать нужно с вашим эго, разрушить. Разрушить, знаете что? Ваши ожидания, иллюзии. Вот много иллюзий, связанных с ожиданием. И здесь как раз-таки вы придете к императрице. Вот вам нужно прийти к императрице здесь. Вот прям очень такая красивая, красивая императрица. Беременная, то есть такая женственная, нежная. Здесь очень много мужских энергий. Сразу, хоп, неожиданная императрица. Вот вы должны прийти к императрице. Очень много идей, и они у вас в голове, вы их не реализовываете и чувствуете себя прям, вот знаете, заложником. Вот прям выкачивают они из вас энергию, у вас нету сил дальше двигаться, и вы как будто бы, знаете, вот беспомощные, да. Такое ощущение, что вот как зомби ходите, дайте энергию, чтобы я хоть пожил как-то. А сами ее сливаете вот на то, что вот не реализовали. Нету этой искры, понимаете? А искры нет, потому что энергии нет. Нету, вы слили ее, свою энергию. Здесь нужно убирать по башне, разрушить ожидания, да, вот прям, о, эта идея будет. Знаете, вот вы как будто бы зависаете в своих проектах, да, вы их не реализовываете, а вы много обдумываете, как подготовить, как это сделать, как оформить страницу, как там еще что-то. И вы как будто бы не живете, понимаете? Вам нужно прийти к императрице. Хорошо, если вот вы будете продолжать, поэтому вот по смерти нету перерождения. По смерти, и здесь как раз-таки дьявол чем вас искушал? Королева мечей, того, что вот вы в голове находите в своих мыслях. А вам нужно уйти от королевы мечей и прийти к императрице. Знаете, такой вот мягкой больше внутренней красоты, какого-то хорошего такого пофигизма и удовольствия от жизни. Нет у вас удовольствия от жизни. Куда вас занесет в следующем воплощении, вот исходя из этой картины, да? Если вы ничего не поменяете, то в любом случае в следующем воплощении вы начнете с шута, с обнуления и с обнуления, да, королева кубков. Ну вот видите, к любви вы идете так или иначе. Двойка кубков, королева кубков. Восьмерка кубков, да, то есть опять вас будет учить через какие-то утраты, потери, ценности, именно себя в первую очередь, король кубков. Вот в следующем воплощении вас будут учить, знаете, вот по любви, вот какие-то уроки, связанные с любовью, вас будут связаны, да, проходить, вот вас будут учить любви. Прямо, знаете, не просто любви, а именно парности. Смотрите, королева кубков, король кубков, двойка кубков. Да, вот что-то будет, что-то терять будете, забирать у вас будет. Знаете, сложное такое ощущение, что вот следующее воплощение, вот в предыдущих позициях я не увидела, а здесь вы четко как будто бы, я не знаю, правда, какого пола вы будете, но у вас будет такое, знаете,
какой-то брак, либо какие-то отношения. Хочу сказать, вот в следующем воплощении дайте мне знать, да? И обратную связь вернетесь, напишите в комментариях. У вас будет какой-то вот брак, либо отношения какие-то вот неравные, да? То есть, ну, неравные в контексте того, что вот, может быть, будете в разных странах жить, да? На разных языках говорить. Вот какая-то разница между вами будет. И вот ваша задача будет преодолевать вот эти вот, эту разницу, да, эти трудности, сложности для того, чтобы прийти к единению. То есть, вас будет притягивать, ну, я не знаю, допустим, один будет жить в одной стране, другой будет жить в другой стране. И вот вы, допустим, не зная какого-то общего языка, а вас будет тянуть. Вы не будете понимать, почему вас тянет друг к другу. Вот, а столько препятствий, столько преград, язык не знаю, там, я не знаю, разные религии. Не знаю, что будет в следующем воплощении, где вы будете жить. Но здесь однозначно такое, что, знаете, мы друг друга как будто бы не понимаем, мы такие разные, но это вот лишь ваша вот эта вот иллюзия. Иллюзия того, что вы разные. И вас будет соединять, да, что вы пришли к этому единству, да, именно к любви, пониманию, соединению. Здесь суть заключается в том, что две противоположности, знаете, такие самодостаточные, но они могут быть вместе, воедино. Единению, к единению должны прийти, понимаете? Хорошо, мне так интересно, какое это отношение имеет к этому воплощению? А, все, я поняла, потому что в этом воплощении вы чувствуете нуждающим себя человеком, да? Вы не ощущаете своей целостности. Вот в следующем воплощении, да, оно все равно начнется с того, что вы, ну, условно говоря, я нуждающийся, да, я не чувствую себя целостным человеком, и вот оно будет, правда, в другом формате, да, в том, что, ну, будут какие-то преграды, чтобы соединиться с этим человеком. А для этого нужно будет изначально почувствовать себя как самодостаточным, целостным, только потом вы сможете, вас могут объединить с другим человеком. То есть вот у меня внутренний кризис, да, нищета. То есть мой кубок Граля, он не наполнен. И поэтому в следующем воплощении вас опять будет учить, но только уже через любовь. То есть тот же самый сценарий наполненности, да, целостности, любви, но уже под другим соусом, да. Так интересно. Хорошо, хочется сказать, дайте мне обратную связь из другого воплощения. Не представляете, а вот если бы возможно было, что? Параллельные миры, кто знает. Я сейчас такое на себе насмотрела, да, что кто-то из вас возвращается и пишет, что... А может быть, кто-то из вас и путешествует во времени, кто знает. А может быть, кто-то сможет, ну, уже предвидеть как-то свое будущее воплощение, скажет, да или не было именно так. Не знаю, вот такие вот. Сегодня вообще какие-то неординарные позиции для меня были, да, видимо, какие-то перемены мои внутренние, они все равно, ну, влияют и на считку, и с одной стороны, а с другой стороны, на то, какие люди притягиваются, да, и какие изменения, возможно, происходят и в вашей жизни. Неожиданный такой расклад был для меня. Я не знаю, как будет для вас. Жду вашей обратной связи. Благодарю вас всех за комментарии, за лайки, за дизлайки. И вообще просто, что вы есть, со мной общаетесь. Мне это действительно очень-очень радует. Желаю вам, если вы смотрите расклад утром, хорошего дня, прекрасного настроения. А если смотрите в другое время, просто расслабьтесь, получайте удовольствие от жизни. Это самое главное. И никуда не спешите. Жизнь так прекрасна, что мы много чего упускаем. Никуда не спешите. Это лишнее. А я с вами прощаюсь до следующего расклада. Всем пока-пока.